Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шмугле Резидент и Алина's Home Garden. И вот такой у меня каскад из петунии. Я хочу сделать сегодня видео по цветочкам, которые цветут конец июня в моем саду. Июля, я извиняюсь. Вот такая у меня питомка. Кашпо. Вот такой. Здесь посажено 4 кустика. 4 или 3, вот не помню. Вот. Такой каскад. А посередине мандавилка. Красоточка тоже цветет непрестанно. Вот один каскад, водопад из петунии, мандавила. Здесь мандавила пошел вверх расти, надо срочно ей опору. Ой, беленькая красота. Ой, пахнут они. Я не думала, что они так красиво пахнут. Нежненько так луки свои опустили. Ой, красиво, я думаю, когда они расцветут, очень красиво будет. И вот такая у меня красотулечка распускается, вербена. Вау! Только что увидела, не сдержалась, решила снять. Какие красавицы вербены у меня цветут.
любимая. Мальчики мои, красотулечки. Бальзаминчик меня в этом году вообще радует на следующий год. Хочу много-много бальзаминчиков посадить. Очень мне в этом году они мне понравились именно в саду. Я в прошлом году садила их кашпо. Они не так красиво были в кашпо, как в этом году у меня в саду вот это подножье розы, вьющиеся. Поляночка такая цветет, не переставая, ни дождик им не мешает, ничего. Вот такая красота из бальзаминчика. Тут вот подножие клематиса, вот так пошел клематис мой молоденький и бальзаминчики. Очень красивенькие. Вот так. Красота.
Актер коробочки. Компания с замельчиками и анютными глазками. Конец июля в моем саду. Вот такая красота. Розочка отцветает, но еще много-много бутонов. Вот так она смотрится. Вот такой бордюрчик из бальзаминчика. С флоксы. Вот этот еще не полностью распустился, только начал свою красоту распускать. Моя метельчатая гортензия, которую в этом году я садила, расцвела, распустилась, наконец-то красавица. Маленькая шапочка у нее, но она совсем маленькая и молоденькая. И вот такие колеусы у меня. Такие большие, другие маленькие. Они такие разные. Они уже цветут. Свои бутоны. Конечно, она еще не во всей своей красоте, но скоро. И веленочек рядом цветет. Камочек.
гладиолусы, которые сажала в клумбе. Конец мира. Но почему-то они меня не впечатляют. Лаванда уже отцветает. Так я себе букетиков не нарезала. Но пчелки летят над ней. Перепрыгивает с цветочка на цветочек. Вот и бархат мой. Скоро здесь будет вообще красота. Целая полянка. Вот гигант мой. Большой, большой. Крылышками порхает. Скоро уже цветет. Вот так выглядит мой сад на конец июля.
Барбарисик, Эфиноцея, Петуния. Вот такой вальс из моих цветочков. На этой нотке я хочу закончить свое видео из вальса моих цветочков «Конец июля». Вот здесь такой у меня каскад из красной, розовой петунии и белой петунии, которая тоже уже начинает виться. Второй каскад петунии, красные и белые мандевилы. На этом хочу пожелать вам благословения, дорогие друзья. Урожайной, теплой осени. И самое главное, мир в наших домах. Мандевилы прекрасные. Петуния.